Добрый вечер, уважаемые участники встречи. В Назарбаев интеллектуальной школе города Петропавловска провели неделю академической честности. Перед окончанием первой четверти школьникам напомнили о важности честного и ответственного отношения к учебному процессу. 18 октября весь мир отмечает день в поддержку академической добросовестности. Свою приверженность идеям академической честности наша школа выразила в том числе через вступление в членство в Международном центре академической добросовестности, центральный офис которого находится в Соединенных Штатах Америки. Правила академической честности в НИШе соблюдаются в строгом порядке. Поэтому ученикам и их родителям с первых дней обучения рассказывают о правилах и политике школы. В рамках Дня академической честности провели конкурс «Эссе по теме использования чатов GPT». Ребята писали о том, как они могут использовать искусственный интеллект с пользой для себя. А представители антикоррупционной службы предложили ученикам пополнить ряды волонтеров. Сегодня в рамках мероприятия я презентовала международный опыт, как Казахстан взаимодействует с международными организациями. Также рассказала ребятам, где они могут проявить себя в рамках проекта «Антикоррупционное волонтерство». Завершающим событием недели стала встреча учащихся с представителями Козыбаев Юниверсити и антикоррупционной службы. Эта встреча позволила лучше понять последствия нарушения академической честности и узнать о том, как реализуют эту политику в университете. Им рассказали о том, как работают прокторы в период сессий и какое наказание ждет студентов за списывание во время экзаменов. Дети внимательно слушали и задавали интересующие их вопросы. 19 октября у них начинается суммативное оценивание за четверть, где они покажут свои знания без телефонов и шпаргалок. Валерия Сиваш, МТРК.